создан... Встреча главы района с пожарными началась с демонстрации нового специального автомобиля, предназначенного для работы оперативного штаба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Данный подвижный пункт управления оснащен стационарной радиостанцией, телефоном, автономным источником питания, палаткой с четырьмя спальными мешками, СВЧ-печью, холодильником, ноутбуком, телевизором и системой отопления. Александру Якунину показали и другие машины пожарной части – караульную комнату, столовую и учебный класс. Но, пожалуй, и самым торжественным стал момент демонстрации новой автолестницы, в которой так давно нуждалось городское депо. На территории Солнечногорского района такой машины не было, с 50-метровой лестницы. Приехали посмотреть на эту технику, и теперь мы на территории Солнечногорского района можем тушить пожары до 17 этажей. То есть раньше техника позволяла это делать 9 этажей. Есть проблемы, конечно, с где эта техника будет стоять, но мы договорились, что сейчас мы сделаем проект и посмотрим, что в наших силах, чтобы построить гараж под эту машину. А так все в хорошем состоянии, очень хорошая часть. В части даже есть здесь музей, это очень важно. Кристина Верхотина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Ну, больше, конечно, тут...